Доброе утро, девочки. Ну что, сегодня я сдаю машину на покраску двери. Это в 9:30. А сейчас я намерена поработать. Я думаю, что часик-полтора я вполне могу поработать, ну и заработать 1000 рублей. В принципе, что, на такси до дома от автомастерской. О, заказ пришел. Комфорт плюс. Поехали. Ну вы представляете, как обломно. Я уже подъехала, оставалось буквально минута времени. То есть я подала машину в хрен пойми куда, 7 минут подача. А уже я только вот подъехала, все, осталось вот до угла дома доехать. Отменили. Не, ну вы прикиньте, я просто в шоке. А что было раньше не отменить, если тебе... Тебя там что-то не устраивает, там, не знаю, по водителю, по машине или по кому-то. Короче, такое, знаете, так расстраивает. Если бы я уже успела доехать и нажать на месте, я бы хотя бы компенсацию получила, бензина хотя бы, да, подача. Ну, писец. Ладно, я почему так расстроена? Потому что время идет, я сегодня ограничена в рабочем времени, соответственно, ну, максимум до 7:30 я могу поработать, уже 15 минут 8:00. То есть, получается, сейчас отвезу заказ, если он куда-то недалеко, и надо уже как-то либо по району поставить кнопку «Мой район», но там дает плохо. Ну, чуть-чуть там, ну, короче, я, в общем, расстроена, что я столько дней не буду работать. Потому что мама приезжает, хочется ее там и по нашим любимым ресторанам поводить, и по музеям, и все остальное. А на все это нужны деньги. То есть ей же хочется время уделять. Я работать-то буду максимум там часов до 11, до 12, чтобы она там выспалась, там спокойно позавтракала, туда-сюда. Потом уже я приезжаю, ее забираю, и мы едем гулять по городу. Вот. Потому что хочется ее поводить по музеям. Вот. Побольше показать, может, в Петергоф съездить, там, или в Павловск, еще куда-то. Сдала машину. В общем, сказали 3 дня. Я очень просила, говорю, мне она кровь из носа нужна в пятницу. Потому что 6-го прилетает мама с Абыкой Талгатом, и надо их встречать в аэропорту. Вот, понятно, можно заказать такси, но, простите, как бы хочется самим встретить. Вот, я просто лоханулась, не подумала заранее о том, что покрас двери – это не на 5 минут история. Вот, поэтому, ну, как бы это мой косяк. В общем, отдала 3 дня, я считаю, эти выходные, сегодня, завтра, пятница. Но я сказала, говорю, что хоть даже там полчаса до закрытия, но чтобы в пятницу забрать. В общем, очень обещали, но тут же как бы тоже, ну, не все от них зависит, скажем так. Вот, еду домой. Буду выходная, да, стирать, убирать, готовить, ну, известная, типа, по известной технологии будем отдыхать. Не, я все равно хочу съездить погулять, хочу еще встретиться с подружкой. Вот, не хочу сидеть все 3 дня дома, потому что чем больше я дома, тем сильнее у меня аллергия, я уже обратила на это внимание. Вот. Уже, кажется, приехала домой. И вспомнила о том, что я не забрала из машины зонт. А сами вы прекрасно понимаете, какая в Питере отличная погода. Дожди не переставая идут. Просто кошмар. Ой, буду я грустная без зонтика в окна. Так, и куда это убежит? Здравствуйте, здравствуйте. Так. Вот я все думаю, откуда у меня синяки на ногах. Вот отсюда, да, кто-то бьется об меня своим носом. Вы представляете? Так, Луна, что-то происходит у соседей. Луну это сильно интересует. В общем, представляете, Тёма подхватил ротовирусную инфекцию. Луна, это вы сейчас выяснили, когда скорая приезжала? Ой, у меня хохолок. Ой. Сейчас выведу собак и зайду к родителям, чаю попью. Ну вот. Причем, значит, подхватил инфекцию. Ну, короче, все сопутствующие, температура. Я вызвала скорую, еще он долго упирался. Я все равно вызвала скорую. Говорю, ты знаешь, лучше, как говорится, перевзять, да? Потому что на отравление было немножко похоже. Но когда уже поднялась температура,
Я уже, знаете, напряглась. То есть она сначала была небольшая, Тёма упирался. Когда уже стало 38, я такая, нет, давай, родной, вызовем скорую. Вообще, мужики, и вызвать врача — это такой геморрой. Серьезно, я ему минут 10 объясняла, что ничего страшного, тебя в больницу не заберут, если ничего серьезного. У меня есть подозрение, что встречать маму поеду, наверное, все-таки я. Я не думаю, что это, знаете, за, как говорится, за 2 дня рассосется. Но у них там полегло прилично народу. Причем кому-то было плохо еще вчера вечером после работы. Я себе представляю их шефа, который приходит, а там половины народу просто нету. Все полегли. Ой, и смешно, и грустно. В общем, выведу сейчас девчонок. Все равно настроения чем-то заниматься нет. Он спит, я не хочу сильно шуметь. Вот, поэтому пойду к родителям, зайду, поболтаем, чайку попьем. Вот, целоваться не будем, вдруг я заразна. Так, Дора, вот кормят здесь собаку. Не то, что, значит, подкармливают. Фу, молодцы, но, блин, вот это вот все время раздражает. Вот. И у меня еще аллергия обострилась. Сейчас, наверное, сначала выпью таблетку, а потом к родителям пойду. Привет, привет. Ну что, целоваться не будем? Это я Тёму там тоже боюсь целовать. То у них там 3 человека на работе полегло, прикинь, помимо него. У всех, походу, ротавирусная инфекция, у всех одни симптомы. Это Тёма сейчас позвонил, ну вот, после скорой. Оказывается, тоже лежат мужики, отдыхают. Так что, ну вот, в принципе, от простуды-то всякого он быстро поправляется, а это вот... Это инфекция. Ну, возможно. Возможно, это точно. Он сначала грешил... Голос какой? У кого, у тебя? У меня, да. А что, не слышишь? Нормально у тебя голос. Только что... Ну, не похрипывает. Только что Иришка вообще говорить не могла. Я вообще не разговаривала 3 дня. Ну, слушайте, вообще голоса не было. Я блогера смотрю, она тоже жалуется, говорит, тоже, говорит, заболела, а голоса нет. Мы когда были в Кемере... Что это за новомодная инфекция? Да, новомодная инфекция. Людмила с Андрюхой также хрипели. Я хрипела, кстати, в первые дни, когда болела в Турции. То же самое, я хрипела, как мужик, как будто, знаешь, с бодунища мужик неделю бухал, а выпал с там. А я на голову, а потом этот мужик говорит, Сашка, поэтому, походу, из Турции понавозили всяких бактерий. Майн либо люблю, майн либо мне нравится. Ну, сейчас посмотрю, не вижу его пока. Здесь был какой-то очень... Бимбу не очень люблю. Сейчас найду этот немецкий. Господи, а куда он делся-то? Умка. Слушай, самое отвратительное, это, конечно, синергетик. Более отвратительного, я не знаю, просто жуткое совершенно. Как бы это сказать? Бельё пахнет? Оно не стирает. А. Это вода какая-то. У тебя по калорийности вот твоя штучка. Следующее. На завтрак он тебе дает калорий 533. На обед 700 там с чем-то, на ужин 444, на перекус столько. Тебе надо что-то добавить. Нажала кнопочку «Добавить», и, ну, здесь есть перечень определенных продуктов, но ты можешь... свое блюдо собрать. Да, у тебя есть, там, вот здесь вот, ты ищешь там, я не знаю, ну, что ты условно больше всего на свете любишь. Подожди, ну, возьмем банально борщ. Борщ, хорошо. Но тогда там же все равно калорийность борща от ингредиентов. Хорошо, давайте попробуем. Ну, просто из того, что здесь есть. Вот. Ну, вот, собственно говоря, ты можешь выбрать из того, что здесь есть, приближенный к твоим калориям. Ну, то есть, получается, мне все равно надо будет, ну, на компьютере пользоваться приложением, которое пограммовочно вводит. То есть, я пишу там свекла 200 грамм, картошка 100 грамм. Здесь ты можешь точно так же ввести. Свекла 200 грамм, здесь все то же самое. Ты можешь не писать не борщ, а можешь написать свекла, морковка. Просто по отдельности все просто вводить. По отдельности. И ты когда себе, если ты каждый день делаешь борщ такой, то тебе нет смысла просто его каждый раз этим развлекаться. Но мне легче тогда на компьютере, в моем приложении, в котором я обычно считаю именно блюдо, то есть все туда завести, ну, он да. покажет громовку, и дальше уже по громовке белкам, жирам и углеводам выбирает то, что мне надо. Ну, то, что ты больше всего, так сказать, то, что приближено, короче. Ну, то, что
будет тебе удобно. Хотя здесь великолепный список, великолепнейший. Плюс есть сканер. Ну, это если что-то в магазине покупать. Да, и у тебя достаточно легко все это делать. Угу. Кстати, я вот брала вот эту здоровую линию в Перекрестке мороженое. Очень вкусное, но Тёма сказал, что по вкусу напоминает, как будто бы, ну, просто замороженная вареная сгущенка. Но для меня было сладковато. То есть я сейчас даже сахзан стараюсь лишний раз не использовать. Например, если я ем... Я, кстати, Тёма мне подарил вот эти венские вафли. Воду отслеживаешь, сколько ты там воды выпил, да? Тёма мне подарил вот эту вафельницу, венские вафли делать. И я творожные эти вафли делаю. Ну, точно так же. У меня там получается. И вот если я эти вафли делаю, у меня же такая же... Кстати, товарищи, подождите. У меня родители тоже используют нулевую серию калорийности всяких там сиропчиков. Вот, и если я вот эти сиропы ем, а я обычно так и делаю, то есть вафля, творожный, этот мягкий обезжиренный творог вот этот вот, поливаю сиропом, и чай я перестала даже сахзам класть. То есть я начала наконец-то пить с чем-то сладким, не сладкий кофе, потому что раньше мама соврать не даст, даже с тортами. Мне, пожалуйста, сахар в чай. Сходила к родителям. Теперь мы всей семьей будем в одном приложении по похудению. Загрузила такое же приложение, как у них, и мы можем видеть данные друг друга. Сколько калорий, сколько шагов. В общем, как говорится, будем вместе худеть. Это, как говорится, всегда интересно. Плюс мама сказала, что будет со мной ходить с палками. Хотя я и одна хорошо хожу, но в компании все равно веселее. Погода, конечно, господи. В общем, родители меня готовят к тому, что готовься, ты следующая. Обычно такими инфекциями болеют все вместе. Меня аж глаз задергался, потому что, честно, я надеюсь, что меня пронесет. Ну, в плане того, что я не заболею. А не в том плане, в котором несет Тёмин коллег.